Любящие жены, заботливые мамы и лучшие в своей профессии. Сегодня в Доме правительства чествовали представительниц прекрасной половины. В преддверии Международного женского дня им вручили государственные награды. С героинями торжественной церемонии познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Подготовка к торжественной церемонии начинается за несколько часов. За каждым из приглашенных определяют свои места. Награды на столе расставлены в четком порядке. Вот почетные грамоты. Их вручают одними из первых. После нагрудные знаки к званиям заслуженных работников, благодарности и часы главы республики. Каждый год в республике госнаградам представляют более 1200 человек. Но только единицы приглашают сюда, в зал официальных приемов. В канун 8 марта в Доме правительства чествуют успешных женщин. В списке награжденных медики, учителя, социальные работники и в единственном числе нотариус и каменщик. Глава Чувашии отметил, что их вклад в процветание региона неоценим. Вы несете доброту, преображаете мир, делаете его более гармоничным, вдохновляете мужчин, дарите окружающим заботу и внимание. Чувашская земля славится трудолюбивыми, талантливыми, энергичными представительницами лучшей половины человечества. Вы достойно выполняете роль матери, жены. Среди награжденных немало медиков. Стоматологу Милане Быстровой присвоили звание заслуженного врача республики. Красивые улыбки людям она дарит на протяжении многих лет. Очень много сейчас вкладывается и финансовых средств, и повышаются заработные платы медиков. Эта работа престижна, она имеет будущее. Поэтому мы должны работать и будем работать на благо жителей Чувашской республики. Нина Антонова стоит на страже окружающей среды, ставя надежный барьер инфекциям. Профессии бактериолога она не изменяет вот уже 40 лет. Очень нравится живая работа, связанная с микроорганизмами, с их свойствами, с методикой. Проводятся мониторинговые исследования по особо опасным природно-очаговым инфекциям. Слежение идет объектов окружающей среды. Звание заслуженного работника культуры сегодня присвоили концертмейстеру симфонической капеллы Татьяне Давыдовой. На ее счету более 150 произведений. Я готова трудиться на благо Чувашии. Мне вообще очень нравится чувашская музыка. Я живу музыкой. И кроме музыки, ну это моя любовь, это моя жизнь. Благодарности и часов от главы региона сегодня удостоились сразу 13 женщин. Обладателем госнаграды стала и Ольга Челибина. Сейчас она руководит клубом менеджеров по качеству, который объединяет специалистов более 50 организаций. Женщине свойственно приумножать все, что попадает к ней в руки, все, что она получает. Михаил Васильевич, вы сегодня подарили нам такое огромное количество положительных эмоций, хорошего настроения. Заслуженные награды сегодня получили более 40 женщин. Глава региона поздравил их с наступающим праздником и пожелал новых побед. Еще один приятный сюрприз – экскурсия по смотровой площадке и памятные фотографии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.